открытый город снова собрал неравнодушных жителей Чебоксар. На этот раз на вопросы отвечал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Откровенный разговор о перспективах развития города пришли поддержать около 100 чебоксарцев. По традиции, в начале встречи – итоги и планы работы администрации. В этом году столица Чувашии участвует в реализации сразу 5 федеральных программ на сумму более 3 миллиардов рублей. Благодаря этому город меняется на глазах. Улучшается инфраструктура, качество дорог, обустраиваются общественные пространства. Впереди еще много работы. Перед юбилейной датой 550-летием Чебоксар планируется ввести в эксплуатацию 10 детских садов и школу в микрорайоне Волжский-3, завершить благоустройство залива, Красной площади, Московской набережной. Чебоксарцев эти перемены радуют. Правда, жители Новоюжного района отметили, что необходимо облагораживать и другие общественные пространства. Очень волнует судьба нашего Баумовского леса. Нельзя ли там какую-то экспертизу провести, взять на заметку? Лес весь больной. Вы там всю жизнь на лыжах катались. Вы там можете как-то вот отправиться, вот посмотреть. Деревья все больные, все в болячках. И очень надоело жителям, что там постоянно жарят шашлыки. Что касается Бауманского леса, вопрос правильный, актуальный. У нас в муниципальной собственности теперь уже много лесов. Когда было в другой собственности, наверное, с таким чувством собственника мы к этому не относились. А теперь все вместе нам надо эти территории благоустраивать. Вот в этом году, точнее до конца этого года, поставил задачу убрать сухостои, кустарники на территории Гузовской рощи, ну вот в парке кадетов, в двух территориях. Самостоятельно мы с этим не справимся. Мы будем вовлекать в эти процессы жителей близлежащих домов, горожан, для того, чтобы они нам помогли. Будем вовлекать организации, предприятия города, для того, чтобы благоустроить эти территории. Получится, потом начнем и Бауманский лес благоустраивать. Но в целом вы правильно отметили, что нет культуры, и огромное количество жителей близлежащих домов приезжают туда и открыто мусорят, разжигают огонь, оставляют после себя остатки еды, пищевые отходы, бутылки и так далее. Но нам все вместе надо повышать культуру. Вопросы и предложения горожан администрация города начала принимать и на новой интерактивной площадке. Это портал «Открытый город», который доступен абсолютно каждому. Регистрация бесплатная и занимает всего несколько минут. Портал, который называется ogd21.ru, на сайте вы его видите, это новая площадка для проведения общегородских и лояльных и локальных голосований по широкому спектру вопросов. Разработали мы его по аналогу «Активного гражданина» в Москве, куда подключились сотни тысяч пользователей. По Чебоксарам эта цифра пока меньше. Количество подключенных горожан – 3800. На этой площадке уже прошло 8 голосований. Сити-менеджер предложил горожанам активнее включаться в жизнь города, чтобы всем вместе эффективно решать различные вопросы.